Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекленбург. Вы смотрите 293 серию. Добро пожаловать! У нас сегодня вечериночка уже, она, кстати, заканчивается. Это вечеринка в честь дня рождения Элли. В прошлой серии повзрослела наша девочка Элли, давайте я вам ее покажу. Она у нас стала уже школьницей, и я ее попросила выбросить мусор, но она мусор выбросила, только не в мусорное ведро, а прям на пол. Давай выбрасывай в мусорное ведро, или тебе вот этот вот мальчик мешает, или дядя даже, я даже не знаю, как назвать его, потому что он вроде как для нее и старше намного, подросток Юджин, но он еще совсем не взрослый. Так, я бы хотела, чтобы Элли наша пообщалась с Меган, но Меган, походу, уже удрала. Да, здесь была еще маленькая девочка рыжая, Меган Бэнкс, но она уже, походу, убежала, к сожалению. Ладненько, кстати, ой, я не подумала, где будет спать наша Элли. Элли, где ты будешь спать? У нас пока кровати для тебя нет, нужно будет место ей, конечно же, выделить. Боюсь, что придется спать Элли вместе, наверное, с Полли в одной комнате. В общем, с Полли будет, наверное, спать в одной комнате пока, а потом посмотрим. Может быть, так и будет, потому что, на самом деле, уже нет места для новой комнаты, и ремонт я делать не хочу, потому что это очень много времени занимает, да и некуда мне уже приткнуть эту здесь еще одну спальню. Итак, ребят, 5 спален, я считаю, что это очень много на целый дом, поэтому мы, в общем, как-то поставим здесь вновь 2 кровати, и Дастин и... Господи, Дастин. Дуглас уже переехал, он уже спит в своей комнате, в комнате своего папы, наверное, к Полли у нас переедет Элли. Так, давайте мы попросим, чтобы Эйприл поухаживала за садом. Я не знаю, как там сад себя чувствует, просто я жду эти фруктоновые растения, когда они у нас начнут плодоносить, но что-то у нас нет плодов пока. Вот зато виноград созрел, и давайте мы соберем хотя бы урожай с винограда. Вот виноград — это хорошо, виноград у нас много денег приносит, хотя бы он у нас поспел. Ну, я все еще жду, потому что я записываю много-много, ребят, серий наперед для того, чтобы успеть взять эти клумбы. Вот, но не знаю, получится или нет, так что если вдруг не получится, не расстраивайтесь, потому что я могу не успеть, у меня такое бывает. Так, как там наша Элли? Элли у нас уже кушает, сидит. А нет, девочка не ушла. Вот она, Меган. Это ребенок, получается, Лео Лонга и, господи, и Миранды Бэнкс. Вот. Лили переехала как раз-таки, чтобы помогать своей племяннице Миранде, вот когда Миранда была беременная Меган. Ну, в общем, как-то так. Я надеюсь, что вы это все понимаете, что я вам говорю. Если вы смотрите Династию, то, конечно, наверное, понимаете, кто кому приходится родственником. Так, вот нужно повыбрасывать все, отдадим на Набаку. Не знаю вообще, чем наши симы занимаются, нужно хоть посмотреть, а то я как-то серию начала и не смотрела, кто что делает. Дастин, у тебя у дочери сегодня день рождения, ты бы мог с ней вот сесть, присесть и пообщаться. Да, с дочкой со своей, хоть поговори, она уже школьница, спроси про школу, правда, она у нас еще в школе ни разу не была, но все это исправится уже сегодня, потому что сегодня у нас понедельник, ребята, шедевр мы нарисовали, ура, Глория нарисовала шедевр, и пошла такая блатная хвастаться Эйприл, давай показывай. Ну, слушай, Глория, я бы сказала, что это какая-то размазня, что ты просто краску вылила, 600, ну, недорогой, конечно, шедевр, но главное, что это шедевр, потому что нам по мечте жизни нужно рисовать шедевры. Итак, осталось нашей Глории достичь 10 уровня в навыке рисования и нарисовать еще 4 шедевра. Так, куда ты убежала? Опять этот телескоп? Не трожьте, не ходите вы в телескоп. Я так понимаю, что с садом уже все отлично, раз мы не можем больше за ним ухаживать, ничего у нас вроде как не блестит. Вот, вот эти фруктоновые деревца, они не блестят, они просто, светятся таким вот цветом. Но что-то поблескивает, что-то мы можем, что-то где-то мы должны что-то, в общем, где-то можно улучшить, вот, способствовать росту, еще что-то блестит, просто какой-то вот блеск у этих растений, которым можно способствовать росту, какой-то странный, я его не сразу пойму, от какого растения идет блеск. Вот, если мы нажимаем на действие способствовать росту, то растение становится лучшего качества, и, естественно, потом плоды с такого растения стоят дороже. Так, на 800 мы уже продаем бонсай, виноград, насколько...
продаем так, виноград на 500, ну и тут всего лишь 11 было гроздей, так что нормально. О, смотрите, 11 штучек этого инопланетного растения стоит почти 2000 симолеонов. Это очень хорошо, но в общем остальное пока можно не продавать, потому что недорого. Так, Эйприл долго и усердно работает, и не зря качество растений межгалактический стручок. Оба-на, поздравляем, молодец, и шедевр нарисовала, и мечту жизни она не мечту жизни выполнила, она достигла максимального уровня в рисовании, да, то есть она теперь 10-й навык у нее рисования, но это хорошо, значит, теперь мы чаще все-таки будем рисовать шедевры, я думаю, что картины будут дороже, и осталось нам нарисовать еще 4 шедевра, и вообще тогда все будет просто супер-пупер отлично. Так, все, нет у нас уже действия собирать урожай, мы уже поухаживали за всем, так что Эйприл можно со спокойной душой отправлять спать, потому что до работы ей 6 часов, и нужно как-то ей выспаться, что ли, так что пусть идет под бочок к Джареду, а она все в телескоп лезет. Вот я не пойму, почему Эйприл так и тянет в телескоп, у нее нет черты характера гений, она от Маркуши, от своего дедушки, да, наверное, Марк все-таки дедушка ей был, не прадедушка ж, да, не унаследовала эту гениальность, но все-таки, видите, вот так и тянет ее к этому телескопу. Гены, наверное, где-то все-таки берут свое. Так, Дастина мы тоже отправляем спать, а вот наша девочка совсем спать не хочет, Элли, повзрослела непослушная проказница, не до сна, спать ей не хочется, давайте мы ее отправим на... А где наша лесенка, ребят? А вот, господи, я уже испугалась, что у нас лесенки нет, я же ее переставила в новом каталоге, ну как в новом, сравнительно новом каталоге, в последнем вышедшем каталоге «Романтический сад» добавили вот такие вот прикольные лесенки, и я поставила вот эту вот с зелеными, не знаю с чем, с оплетающими растениями, она выглядит намного прикольней. Кстати, так как, в принципе, Элли девочка, можно было бы ее розового цвета сделать, но мне кажется, что под наш дворик, наверное, и вот такая вот серенькая, даже коричневатая, немножко подходит лучше. А пусть она лазит на этой лесенке, потому что она непослушная проказница, ей нужно играть на гимнастическом комплексе, находясь в игривом настроении, но это в парке, вот, нужно играть в пиратов, и достичь второго уровня в навыке моторика. Она как раз немножечко и похудеет, потому что она выросла у нас девочкой не совсем худенькой, такая немножко полноватая, вот, поэтому ей похудеть не мешало бы. Так, Глория нарисовала у нас еще одну картину, давайте посмотрим, сколько она стоит. Эта картина 900. Ну вот все, ребят, я чувствую, что дела пойдут в гору, наши, в смысле, денежные дела. Вот. Давай-ка ты в туалет, наверное, сходишь. Виталий у нас до сих пор дома играет в видеоигры. Вот. Глорию мы сейчас отправим в туалет и ложиться спать. Да, уже можно ей спать ложиться. В принципе, у нас уже 24 тысячи и только завтра придут счета. Я думаю, что еще там пару урожаев, еще пару картин и вообще все будет отлично, у Глории уже все хорошо получается, так что уже, так сказать, серая полоса, не могу назвать ее черной, но вот та серая полоса безденежья, когда у нас было очень туго, когда мы просто не знали, чем оплачивать счета, я думаю, что она уже минула, и теперь нам будет как-то попроще все это делать, вот, зарабатывать деньги, я думаю, что будет не так сложно, как это было раньше. Так, смотрите, идет болтать с Юджином Элли, это вообще как-то странно, дело в том, что они на самом деле друг другу, можно сказать, даже по возрасту подходят, если что, как пара, так что вот то, что Элли сама проявляет какие-то действия, это тоже неплохо. Хотя я вот этого мальчика больше как бы в женихи для Полли, конечно же, хотела, ну посмотрим. Вообще, рано я думаю о женихах, о невестах, у нас дети еще совсем маленькие, а Юля, блин, уже пару подбирает. Ой, он, кстати, романтик, прикольно. Блин, подсаживайся к нам, давай поболтай с Элли, или ты не хочешь, или тебе домой пора. Чё вот ты вообще в 5 утра еще до сих пор у нас дома во дворе? Смотрите, как он на нее смотрит. Она еще маленькая совсем. Ну, конечно же, у них пока только дружеские отношения и никакой романтики вообще... Ни о какой романтике речи быть не может. Интересно, мы можем позвать его, типа, пойти вместе поплавать? О, просить провести время вместе. Блин, они и ругаться начали. Чего это вы спорите? Вы же дети, должны у вас быть общие интересы. Давайте вот пусть они вместе тогда, что ли, в подковы поиграют. Ну, посмотрим, потому что, на самом деле...
Вот, Элли нужно с кем-то общаться, вот пусть общается с Юджином. Я думаю, что Юджин, хоть он и старше, но он все-таки еще ребенок, потому что совсем недавно у нас Полли повзрослела, естественно, эти дети тоже совсем недавно повзрослели. И, кстати, между Андреем и Блейком, если вы помните, тоже была разница в возрасте. Блейк был старше, вот, он был старше, и когда они познакомились, у нас, по-моему, вот как раз-таки Андрея была девочкой маленькой. Ну нет, тогда, в принципе, он тоже был маленький, но он буквально сразу стал подростком. Вот, но у них тоже была вот такая разница, что Блейк был подростком, а Андрея была маленькой девочкой. Ну, посмотрим, пусть просто пока поиграют в подковы, все равно делать им нечего. Кровати пока у Элли нет, спать ей негде, так что может вот пообщаться с Юджином, потому что я пока еще кровать не поставила и поставлю ее уже между сериями. Так, что у нас тут фруктоновые деревца? Жрулька, ты за ними следишь? Блин, нет пока урожая, и когда он будет, вообще непонятно. Вообще непонятно, когда будет этот урожай, когда здесь все поспеет, вообще не знаю. Так, тебе на работу сегодня? Да, до работы нашему фельдшеру-лаборанту еще 3 часа. Не знаю, наверное, на работу мне с ней сегодня идти не стоит, потому что у нее еще все плохо, конечно же, не стоит. Нам нужно подождать, пока поднимется ее продуктивность, ну а пока нам ее нужно отправить все-таки в телескоп, и пусть получает внимательность. Вот, теперь в телескоп нам надо заняться в уху. Нет, в уху мы пока заниматься не будем, мы будем стремиться к работе, будем идти к нашему повышению, так что пусть пойдет и немножко получит свое внимательное настроение, чтобы идти в правильном, в нужном настроении на работу. Так, Дуглас проснулся и пошел играть. Не будешь ты играть, ты у нас вообще в туалет ему надо, и до работы, до школы ему 2 часа. Но я думаю, что может он там в школе как-то сходит в туалет, а мы пока еще поупражняемся в писательстве, потому что нужно ему учиться писать. Я думаю, что с него выйдет неплохой писатель. И будем уже, наверное, еще немножечко, когда он уже сможет писать книги какого-то другого жанра, кроме детских. Потому что сейчас он может писать у нас только детские книги, по-моему, да? Давайте посмотрим. Написать, да, только для детей. И когда появится какой-то другой жанр, то тогда мы вот будем давать Дугласу задание, чтобы он писал в этом жанре. Потому что что-то мне кажется, что детские книги ему не совсем подойдут. Так, Элли, господи. Господи, Полли. Кстати, назвала их так вот созвучно, вообще не задумывалась, и Полли, Элли, мне даже в комментариях написали, что вот почему я их так назвала. Ребят, честно, не специально, так получилось. Вообще как-то вот у меня многие симы в династии на букву Д, имя, ну, у мужчин. Я не специально это делала, как-то вот, не знаю, может быть, оно само так получается. Так, Кристал у нас проснулась, кушает, правильно, кушает, а потом будешь что-нибудь готовить, потому что семейка большая, и все у нас сразу как что, так сразу кушать хотят, и все очень быстро заканчивается, вся наша еда. Так, ну, в общем, я все думаю про эти фруктоновые деревца, которые никак не спеют, никак не зреют. Где наша Глория? Глория еще высыпается, правильно, хорошо. Высыпайся, наверное, до конца, не буду ее мучить. И я вот думаю, я делала фотографию совместную Дугласу и Полли? Наверное, делала, ну ладно. Они до сих пор играют? Ничего себе, я думала, что он уже ушел. Нет, они играют. И почему-то смутилась, неловкое замечание. Что-то не то сказал. Давайте об игрушках пусть поговорят. Что-то не то, наверное, сказал Юджин. Ну, мало ли, что он там сказал, ляпнул. Может быть, он сказал, что не хочет играть с маленькими детьми и вообще прогнал ее, говорит, уходи отсюда. А Элли, видите, интересно, он старше. И, конечно же, вообще маленьким детям всегда интереснее играть с теми, кто постарше, потому что, я не знаю почему, но вот всегда так было, что помладше хотят играть с теми, кто постарше. А те, кто постарше, они наоборот не хотят, чтобы маленькие к ним лезли. Сама по себе знаю, у меня просто младшая сестра, и вот когда я была маленькая, я очень не любила, когда вот сестра со мной... Ну, гулять шла, вот я считала, что она маленькая очень, с ней неинтересно. Давайте Жульку покормим. Так, нам тут почту принесли, 10 тысяч симолеонов нам нужно отвалить. Злая почтальонша пришла и говорит, гоните бабки, 10 тысяч вы нам должны, даже 10,5. И наглая ты какая, кто тебя зовут? Евгения Дроздова. Иди отсюда, Евгения Дроздова, где мы столько денег-то возьмем? Вообще, деньги у нас есть, конечно, но жалко 10 тысяч. Но если бы не наша черта характера, точнее, черта характера Глории бережливой, то вообще я не представляю, это было бы просто...
просто сумма сумасшедшая, а пока еще сумма не такая сумасшедшая. Давай, Эйприл, иди оплачивай наши счета, потому что все равно придется это сделать, иначе нам отключат все на свете, а мы не хотим жить без света, мы хотим, чтобы было светло, поэтому приходится нам расставаться с такой большой и внушительной суммой, как 10 тысяч симолеонов. Так, я не поняла, куда у нас шла Полли? У нас же сегодня школа, тебе в школу нужно идти, она ходит, да, она прогуливать собралась. А, ты хочешь поубирать? Не надо нам убирать, я понимаю, что ты чистюля, как и твой папа, но давайте пусть тогда у нас уже папа поубирает, тем более он любит порядок, на работу ему не скоро. Эйприл мы отправляем самостоятельно, вот детям нужно идти в школу, а Джаред может заняться уборкой. Кстати, вот у чистюли генеральное безумие, вот у него есть такая функция, что мы можем на него нажать, и он просто начнет все сам убирать. Так что пусть, наверное, делает уборочку, потому что чистюлям намного лучше делать уборку, чем другим симам. Чистюли любят делать уборку. Он вроде как и у нас не девочка, что девочки должны убирать, наверное, я не знаю. Ну, он чистюля, так что пусть, короче, вкалывает. Что такое? Что тебе не нравится? Блин, что ты мешает, не может он пол, наверное, протереть. О, Глория отправляется на работу, Юджин уже уходит. Кстати, Элли, тебе в школу не пора? О, ей в школу сегодня не надо, круто, она сегодня у нас в школу не идет, давайте тогда отправим ее в туалет и спать. Да, и пойдет она спать в кроватку Полли, а потом я... Блин, я же почему потом? Давайте сразу сделаю, потому что нам нужно наши кровати как-то разъединить и... Не разъедините, поставить здесь еще одну кровать. У меня была, да, вот у меня есть две кровати, отлично, они вот так замечательно вписываются, так что только здесь, наверное, Полли, да, так и будет, наверное, на этой кровати Полли спать, а здесь будет спать Элли, только нужно нам будет заполучить, вот, заполучить эту кровать, а вот эту кровать мы уже вроде как заполучили, она, да, она принадлежит Полли, так что Полли будет спать здесь, а Элли будет спать на этой кровати, то есть на бывшей кровати Дугласа. Элли, давай иди в туалет и заполучи кроватку, все, кроватку ты заполучила, так что иди в туалет, вот, а Джаред у нас генеральное безумие у него продолжается, он продолжает вытирать везде пол, да, это же генеральное безумие или просто пол вытереть, я дала ему задание, ну, в общем, пусть убирается, а, вот, Кристал, наверное, кушать у нас будет готовить, а я все буду посматривать на эти фруктоновые деревца, а, Кристал сама, видите, нам готовит, ну, просто супер, вообще, даже ее просить не надо, она уже тесто замесила и поставила что-то там готовиться в духовку, в плиту. Дастин, давай-ка ты у нас что-нибудь починишь. Все у нас, походу, работает. Не починишь, я имела в виду, что мы что-нибудь улучшить можем. Но, по-моему, у нас уже и так все отличное. Улучшить можем мы. Мы не можем даже уже улучшить магнитофон, потому что все с ним замечательно. А вот телевизор можем улучшить, и давайте добавим хорошие компоненты, вот, чтобы, ну, чтобы лучше было. Так, фруктончиков пока я не вижу, к сожалению. Блин, сколько они растут, уровень повышен механизм. Механики у нас. О, собрать урожай, ребята, фруктоны появились, супер, когда Эйприл придет, хотела сказать, со школы, не со школы, когда Эйприл придет с работы, мы сразу же, вот я вижу эти фруктончики, наконец-то, боже, Эйприл, тебе долго еще там на работе сидеть, слушай, может, ты бы отпросилась с работы, а, до 17 часов долго учиться, ну, кто это, Полли, ну, пусть делает, как обычно, не надо ей долго учиться, до 17 часов, ребят, давайте мы, короче, Эйприл по этому поводу с работы отпросим, потому что у нас фруктончики-то созрели, вот, я думаю, что не страшно, и пусть идет собирает урожай, ну, успеем мы как-нибудь продвинуться, я все равно знаю, что мы до конца ее работы, то есть до максимального уровня не продвинемся, мне вот 5-й бы уровень врача, и это все, что я хочу, больше нам не надо, вот, давайте посмотрим, есть ли у нас 20 этих. Ребята, а где фруктоны? Подождите, а где фруктоны? У нас же были еще фруктоны с прошлого урожая. Я что-то не могу понять. У нас же было вроде бы штук 14 фруктонов, или даже 16, или 15, но их нет. Может быть, кто-то другой их собрал? Так, Эйприл, ты пока собирай весь урожай, а я буду шерстить инвентарь всех наших симов. Ребят, я в шоке, я не знаю, где они подевались. Это вообще груши, морковки... клубничка, ну не могла же я их продать, ну я же не настолько сумасшедшая, чтобы взять и продать фруктоны, нет, конечно же, я их так жду, а может быть и сумасшедшая, может быть и продала их, давайте, а, у Глории мы не можем посмотреть в багаже, ну, конечно же, у Элли тоже нет фруктонов, ребят, я не знаю, где они подевались, только 8, может быть, у нас и не было,
Бог его знает. Мне казалось, что у нас были фруктоны. Короче, вообще нам не везет с этими деревьями, ничего не растет и какая-то лажа. А вот эти вот, которые у нас здесь были, они еще пока, к сожалению, не плодоносят. Вообще, короче, я расстроилась, не знаю, что теперь делать. Иди и кушай. Что это у нас такое? Боже, а что это ты приготовила? А, это печенье какое-то, вообще не пойму, что это такое. Ой, я расстроилась из-за этих фруктонов. Может быть, они у нас пока попали в багаж семьи, хотя что им делать в багаже семьи? Нет их в багаже семьи. Не знаю, но мне казалось, что у нас были фруктоны. Неужели я их продала? Неужели я настолько сошла с ума, что продала фруктоны, которые так долго ждала? Ну вот, у нас 8 фруктонов и все. Ну не могла я их продать. Ну что ж, я вообще уже совсем... Нет у нас фруктончиков. Блин, не знаю, где они делись. Ладненько. Будем ждать тогда, потому что, чтобы выполнить этот квест и чтобы завершить это задание, нам нужно, чтобы у нас в багаже было 20 фруктонов, и тогда мы сможем их отдать Жасмин. А вот 8, походу, ее не устроит. Для нее это будет слишком мало. Ой, ну придется тогда еще одну серию посвящать. Наверное, буду записывать еще одну серию подряд. Это я не знаю уже, какую серию я записываю. Вот, потому что испытание уже вот-вот заканчивается. То есть завтра его уже не будет. И если я сегодня эти фруктоны не добью, то капец. Уже как бы 200-я серия на носу. То есть не 200-я, а 300-я. Да, серия номер 300 уже вот-вот будет начинаться. Нужно будет мне уже продумывать сюжет этой серии. Так что я жду ваши комментарии, что бы вы хотели увидеть в этой 300-й серии. Кого вы бы хотели увидеть и какие события, какие вечеринки, кому посвященные, может быть, какие-то важные события. Ну, посмотрим. Вот, я все думаю, что мы до 300-й серии должны кого-то выселить, чтобы Глория могла у нас продолжить свое знакомство с Кеном. Вот, кстати, с Кеном давно не общались. В следующей серии нужно будет уже устроить, наверное, нормальное им свидание. Вот, какое-нибудь очень-очень романтичное. Может быть, даже и в уху сделаем. Ну, вот, нет у нас урожая пока, к сожалению, я жду-жду, и ждала я эти фруктоны, но они почему-то не поспели. Ой, ладно, ребят, тогда буду заканчивать серию на этом не очень хорошем и веселом моменте, потому что я думала, что будут фруктоны, а их, к сожалению, нет. В следующей серии будем продолжать романтику нашей Глории. Она у нас, кстати, на работе. Не знаю, зачем ее устроила. И даже в комментариях писали, что зря я ее устроила. Она больше заработает, если будет рисовать дома картины. Может быть, и правда нам стоит ее уволить. Вот напишите, стоит нам Глорию держать работающей или просто лучше пусть она рисует дома картины. Наверное, так все-таки на картинах мы заработаем больше. Тем более, вот она, сидя на работе, только портит свое настроение. У нее падает досуг, и она становится напряженной, что, конечно же, не очень хорошо. Так, ты у нас спать вроде бы собиралась идти, или рано тебе еще спать? Ну ладно, тогда иди на лесенку и повышай свою моторику, начинай играть, а я буду все, заканчивать уже серию. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии, всем пока!